В Нижнем Тагиле проходит чемпионат и первенство города по боксу имени Анатолия Витальевича Соловьева. Много лет Анатолий Витальевич отдал службе в силовых структурах. О том, что это был за человек, молодым спортсменам рассказали на открытии турнира. Я знал его очень хорошо. Это офицер, это великолепный человек, хороший организатор. Сделано очень много им для города Нижнего Тагила, и в частности для силовых структур. Все наши поездки в свое время, командировки, зона боевых действий и так далее, они осуществлялись и комплектовались только благодаря его помощи. Я его знал более 20 лет, я могу сказать единственное, что это, наверное, был человек, к которому, когда обращаешься за помощью, потому что все мы с вами понимаем, в социальной сфере очень много проблем, и он никогда ни в чем не отказывал и всегда старался помочь по мере возможности. Анатолий Витальевич полностью поддерживал и проводил соревнования различного раунда, включая чемпионаты России, Кубки России, областные турниры. На протяжении многих лет он помогал многим спортсменам выйти на международный уровень. Скажу это не очень-то так просто. Среди подшефных спортсменов Анатолия Соловьева – шестикратная чемпионка страны, победительница Кубков мира, финалистка чемпионатов мира, чемпионка мира среди профессионалов по кикбоксингу Ольга Ставрова, чемпион России по боксу среди профессионалов Андрей Елунин, чемпион Всемирного боксерского совета, чемпион России, чемпион суперсерии Кубка Кости Дзю по боксу Фарис Казымов. Участники нынешнего турнира – это мальчики и девочки от 2002 до 2008 года рождения. Их победы еще впереди. Всего в турнире принимают участие 126 спортсменов из Нижнего Тагила, Новоуральска, Алапаевска, Екатеринбурга, Каменска-Уральского и Кушвы. Соревнования проходят с 7 по 9 октября.